Очень просто. Для гречневых блинов мне понадобится 300 миллилитров молока. То есть 1,5 стакана. Сливочное масло в небольшом ковшике растопить. 50 граммов, то есть 1/4 пачки, если пачка 200-граммовая. Так, пока масло растапливается, еще мне нужна вода. Вода должна быть чуть теплая. 150 миллилитров воды, почти целый стакан. И немного дрожжей, быстрорастворимых, 1/2 чайной ложки. Так, дрожжи у нас сейчас растворяются, соль. Между прочим, соль нам нужна и сюда, и сюда. Немножко сахара. Если добавляем дрожжи в тесто, то сахар сыпем прямо к дрожжам. Таким образом, дрожжи начнут быстрее и лучше работать. А сюда просто, ну вот, 1/2 чайные ложки сахара. Тоже одинаково в оба вида теста. Теперь, пока дрожжи должны заработать, заиграть. Поэтому я их ненадолго оставляю в покое. Здесь у меня взвешено 100 граммов гречневой муки. Гречневая мука прекрасна. Ведет себя именно в блинах. Только несколько секретов. Первый секрет – это сухие дрожжи. А второй секрет – обязательно молоко должно быть соединено с водой. Если ты добавляешь, печешь только на молоке, то получается такая текстура немножко резиновая. Мне это не очень нравится. А вот если ты добавляешь еще воду, то получаются такие они более нежные и кружевные. Вот теперь у нас дрожжи заработали. Потихоньку начинаем добавлять дрожжи. Масло. Видишь, как масло само сказало, я растаяла, готово. Такое тесто гречневое можно сделать даже за сутки. И поставить его в холодильник, оно от этого станет только лучше. Ну и вот. И добавляем сюда растопленное сливочное масло. И еще немного пшеничной муки. Где-то 30-50 граммов для того, чтобы добавить немножко клейковины. В гречихе нет клейковины. А нам нужно для того, чтобы блин не рвался, не ломался, немножечко ее добавить. Вымешали как следует, и можно сказать, тесто готово. И вот теперь отставляем тесто, ну хотя бы на полчасика дать ему отдохнуть. Все, тесто это отдыхает. Доводим до конца наше тесто, которое будет на обычной пшеничной муке. Значит, здесь у нас яйцо, немножко соли и сахара. Рецепт очень простой. Стакан муки, стакан молока, одно яйцо. Все, собственно говоря. И я еще добавляю немножко масла, чтобы блины были понежнее. Так, часть муки, стакан молока. В любом случае, мука и сухость на кухне, влажность у каждого своя, поэтому тут действительно нужно понимать, что значит блинное тесто. Вот это вот идеальное блинное тесто. Все, отставляем его тоже в сторону. Немножко масла, как я тебе и говорила, в данном случае это 100% оливковое масло Борхес. Во-первых, оно не имеет ярко выраженного вкуса, во-вторых, оно просто чудесное и нежное такое. Вот я прямо лью, видишь, и щедро, столовая ложка раз налилась. Масло, и вот теперь точно мы ставим, ой, оно прям прекрасное, это тесто. Прекрасно и замечательно. Ставим тесто отдыхать. И теперь готовим десерт. Десерт у нас к блинам никакого отношения не имеет. Десерт имеет отношение к сладкому. Будем готовить йогуртовый мусс с вишневой гранитой. Гранита – это сурбе, только измельченное, или там есть принципиальное? Да, гранита – это лед. Это не то, что даже измельченное сорбе. Это такой, должна быть такая структура, потому что измельчить сорбе, сорбе, в принципе, гладкое, как и мороженое. Как сорбе – это фруктовое мороженое. А тут это именно должны быть такие, как кусочки, гранулы. Ну вот, почистили гранат. И теперь
мне понадобится. Срезаю с апельсина и с лимона вот так вот кожуру. Ну, тоже, чтобы сделать сок. И чтобы меня мне не мешала кожура, чтобы она не дала свою терпкость. Вот сок половинки лимона. Также апельсин. Сплошные витамины. Сплошные. А тем более, ты понимаешь, мы не подвергаем их тепловой обработке. Мы их быстро замораживаем в морозилке. 2-3 часа и все готово. Поэтому это действительно не десерт, а одно удовольствие во всех смыслах. Так. И теперь все это отжимаем. Быстренько все погружаем в соковыжималку. И отжимаем сок. Реально дело нескольких секунд. Теперь этот сок нам понадобится для того, чтобы добавить его в блендер. Сначала вишню сюда тоже с соком. Красота. Если ты любишь сладкое, можешь добавить побольше сахара. Если ты любишь кисленькое, как я, например, то сахара совсем чуть-чуть, буквально 1 столовая ложка, и достаточно. И теперь сок. Уже роскошно выглядит, правда? Так. Закрыли. И измельчаем так, чтобы получилось пюре. Если хочется тебе, чтобы была совершенно гладкая, идеальная структура, это тоже возможно. Протираешь через сито. Мне нравятся маленькие кусочки вот мякоти вишни. Ну, на самом деле, этот блендер не очень много дает шансов вишни на мякоть. Все, выливаем в какую-нибудь плоскую коробку, вот, например, такую. И замораживаем. Если есть машинка для мороженого, можно заморозить в машинке для мороженого и потом так разбить красиво. Видишь, да. Вот эти вот, я про та мякоть, про которую я тебе говорила. Ну, либо ставишь в морозильник 2-3 часа, и у тебя на столе будет уже готов десерт. Я ставлю в морозилку. И пока у нас замораживается наша гранита, мы с тобой готовим сам мусс. Для нашего мусса мне понадобится мед, никакого сахара, только мед, йогурт и белки. Мед мне нужно 80 граммов растопить. Вот в этой баночке, например, 245 граммов, значит, треть баночки мы наливаем. Мед должен быть жидкий. Я знаю, что мед топить не рекомендуется, но мы не будем его доводить до кипения. Угу. Мы его просто дадим ему растаять. Мед ставлю на огонь, на медленном огне, довожу его до кипения, но не даю кипеть. Дальше мне понадобится 2 белка, отделяю от желтков. Белки в стакан для взбивания, потому что в стакане всегда легче и быстрее все взбивается. Так, есть. Теперь начинаем взбивать. Как для приготовления меренги, взбиваем сначала белки до очень плотного, блестящего состояния, без добавления всякой сладости. Ну вот, довольно быстро белки, видишь, взбиваются так, как мне нужно. Действительно, это пара минут. А теперь берем миску. В миску сначала добавляем йогурт, 300 граммов йогурта. Йогурт у меня нормальной, хорошей жирности, не обезжиренный. Главное, сейчас я его немножечко тоже разобью, чтобы комочков не было. К йогурту добавлю немного экстракта ванили, пол чайной ложки. Можно добавить семечек ванили в муссе, это, конечно, всегда очень эффектно. В таких белом муссе, в панакоте, в мороженом сливочном. Всегда, когда ваниль присутствует такими семечками, это очень аппетитно выглядит. Но здесь у меня в моем экстракте как раз и есть семечки ванили. Поэтому вот, посмотри, какая красота. Все прекрасно, равномерно взбито. А теперь мед, который, опа, вот как раз только-только дошел до кипения.
Продолжая, это очень важно. Так, в принципе, готовится. Это классическая рецептура приготовления итальянской меренги. Есть французская меренга, а есть итальянская. Итальянская делается, когда взбиваются белки, и медленной струйкой вводится сахарный сироп. Только в данном случае мы вводим не сахарный сироп, а мед. И продолжаем взбивать. То есть мы, получается, немного наши белки завариваем, видишь, тонкой струйкой. И сразу посмотри, как меняется консистенция белка. Ну, во-первых, аромат от меда идет сумасшедший после нагревания. Ну вот, добавили весь мед. И продолжаем еще какое-то время взбивать. Масса должна у нас получиться очень плотная и блестящая. В принципе, ты знаешь, вот это вот самая, наверное, такая долгая часть. Нужно как следует взбить белки с медом, чтобы получилась вот такая густая масса. Теперь мы ее выкладываем вот сюда в йогурт. Простоквашу с ванилью. Аккуратно перемешиваем. Получается вот так красиво, воздушно. Видишь, какой чудесный мусс? Ну и, конечно, как раз то время, которое гранит у нас будет застывать в морозильнике, йогуртовый мусс будет охлаждаться и уплотняться в холодильнике. Красота. Теперь берем небольшой противень и на противень выставляем, опля, наши формочки и отправляемся в холодильник. В холодильнике, опля, оставляем наш мусс охлаждаться. И теперь уже пора начать печь блины. Для блинов, которые мы с тобой готовим из пшеничной муки, сначала сделаем начинку. Начинка, мне кажется, очень интересная. Это закарамелизированный лук, порей, творог и семга. Значит так, порей мы с тобой нарезаем тонко, такими, ну, полукольцами. Вот такими, естественно, только его самую светлую часть. Теперь беру сковороду довольно глубокую. На сковороду добавляю сливочное и растительное масло. Пол чайной ложки сливочного, немножко растительного и добавляю сюда порей, тот, который мы с тобой только что изрубили. Опля. К порею сюда немного сахара, совсем чуть-чуть для того, чтобы он закарамелизировался получше, прям буквально чайную ложечку. Естественно, соль. И оставляем его на какое-то время на сковороде. Этот огонь у меня, как ты уже догадалась, разогревается для того, чтобы поставить сюда блинную сковородку, наше тесто. Ну и начнем с того, что мы будем жарить пшеничные блины. Ах, не тесто, а сказка просто. Так, берем половник, в кисточку немножко масла. И вот так кисточкой масло распределили. Ну и теперь сковородка должна быть хорошо разогрета. Ну вот, и на хорошо разогретую сковороду бьем блины. Теперь просто нам нужно набраться терпения, пожарить блины. Но ты знаешь что, я не люблю терять время, поэтому пока у нас жарится первый блин и пока у нас порей там готовится, творог в миску добавляю, творог, семгу порубить вот такими тоненькими полосочками. Можно использовать любую копченую рыбку, которая бывает белая замечательная рыба копченая. Мне просто кажется, что именно вот такая творожная сырная начинка с рыбой, но она просто как бомба работает. Да еще с таким жареным луком. Красота. Ну, кроме того, конечно, вместо порея ты можешь использовать обычный репчатый лук. Это тоже очень хорошо. Так. Перемешали. Гениальная вещь, блины, да? Начинок миллион. Начинок миллион, рецептов блинного теста миллион. Ну вот порей, видишь, он готовится еще к тому же очень быстро. Видишь, он какой уже
прекрасный, нежный, золотистый. Вот еще парочку минут, я бы сказала, еще парочку блинов, и парей у нас совершенно будет готов. Ну что, блины? Оп! Вау! Ну вот, готовы. Два блина, ну еще парочку блинчиков, масло. Так, лук-порей тоже уже готов. Пока блин у нас жарится, добавляем лук-порей к семге с творогом. Теперь каких-нибудь травок. Ну, я думаю, что укроп – это идеально и это правильно. И сочетание с семгой, и сочетание с луком, со сметаной – это прям красота. Перемешали все. Вот начинка для блинов – готово. Собственно говоря, блины у нас тоже уже готовы. Нам быстро нужно сделать соус бешамель. На самом деле это очень просто. Ты берешь ковшик, немного муки, столовую ложку с горкой, сливочного масла, также столовую ложку и 300 миллилитров молока. Так, и теперь начинаем очень активно масло с мукой перемешивать. В момент, когда масло с мукой абсолютно соединились, добавляем сюда молоко. Блин готов. Вот, видишь, блины уже, одни блины у нас испечены. Теперь молоко. 300 миллилитров молока. Аккуратно начинаю вводить потихоньку. Так, чтобы не было комочков, видишь, потихоньку, небольшими такими вот вливаниями. Так, и все время аккуратно помешиваем. Консистенция у бешамеля должна быть примерно такая же, как у блинного теста. Чуть-чуть погуще. Так. Ну вот, собственно говоря, соус готов. Еще немножечко, после того, как сняла с огня, продолжаю его помешивать, потому что кастрюлька же горячая. И чтобы он не приставал, вот так вот не превращался в такую застывшую массу, да, вот тут особенно по сторонам. Проверяй вот так вот и подбивай, подбивай, подбивай. Соус готов. Единственное, чего не хватает для бешамеля, что всегда нужно добавлять, это мускатный орех. Как раз он дает такой невероятный аромат. Вот самое небольшое количество, вот так вот, оп. Все, больше не надо. На кончике ножа буквально. О, чувствуешь? Да. Божественно. Ну, а теперь берем небольшую форму для выпечки. Так, блины. Теперь начинку, ну, так как семга у меня немножко подсоленная, поэтому соли совсем немножко. Перец. А для нежности чуть-чуть сметаны. Вообще, ты знаешь, сметана Простоквашино, она идеально подходит для того, чтобы ее добавлять в начинку, а главное, с ней так вкусно есть блины. Никакие блины, гречневые, пшеничные, сладкие, соленые, вот как эти, без этой сметаны я себе представить не могу. Она изготовлена из свежих сливок, и поэтому у нее чудесный сливочный вкус. И правильная кислинка, которая должна быть у сметаны, обязательно присутствует. Ну ты посмотри, ты видишь, какая начинка? Да. И сметана сразу все это соединила очень грамотно. Немножко перца для пикантности. И все, начинка абсолютно готова. Теперь немножко сливочного масла на дно формы. Вот таким вот образом размажем. Так, форма готова. И теперь блинчик. А, смотри, какие они тонкие, какие они замечательные эти блинчики. Но на самом деле ты можешь взять твой любимый рецепт блинов, который всегда же у каждой хозяйки есть какой-то свой проверенный рецепт. Вот так. Обычные. Я делаю рулетики. Я не делаю конвертики. Я делаю рулетики. Вот таким вот образом. Первый. И укладываю их в длину. Ну вот. Теперь совсем идеально. Теперь сверху, как ты уже догадалась, наш соус. Можно подтереть, конечно, сыра, если хочется, но мне кажется, и так тут уже достаточно. Такие разнообразные, роскошные вкусы,
запахи и ароматы, что сыр абсолютно не обязателен. Так, главное распределить ровно и красиво. И буквально, ну я не знаю, 10-15 минут, не больше, при температуре 190 градусов, чтобы получилась красивая корочка сверху. Красота! Все, а теперь готовим гречневые блины. С яблоком снимаем кожуру. Надо найти такое яблоко, которое было бы не рассыпчатое, не рыхлое, а поплотнее. Так, разрезаем. Вот так вынимаем сердцевинку. И потом, после того, как мы вынули сердцевинки, каждую четвертинку еще пополам. Получилось 8 таких частей. Сливочное масло вместе с яблоком на сковороду. И немножко сахара. Буквально чайная ложка. И готовим яблоко до красивого карамельного золотистого цвета. Но не до пюре. О, как и обещала тебе, кружевные и дырявые. Пока потихоньку жарится блин, жарятся яблоки, берем сливочное масло, вот здесь оставшееся, добавляем к нему немного меда, где-то столовую ложку, грамм на 80 масла. Так, мед, масло. Вымешиваем, масло должно быть мягким. Угу. Вымешиваем. А теперь знаешь, что делаем? Солим. Получается сладкое, медовое, соленое масло. Чуть-чуть. И соль должна быть морская, потому что в ней есть легкая горчинка. Все, это у нас такой соус. Как у нас там блинчики запекаются? А запекаются они просто, они запеклись. Посмотри, какие они замечательные. Еще есть один небольшой секрет. Посмотри, какие они. Если у тебя духовка, знаешь, духовка духовки рознь, и если у тебя духовка просто слишком яростно греет, можно немножечко сливочного масла сверху бешамели положить, и получится тогда более сочный соус сверху. Теперь сюда нам нужно немножко укропа. Присыпаю наши запеченные блинчики укропом. Оп. И из холодильника вынимаем мусс. Посмотри, какой мусс чудесный. Воздушный. Так, граниту. Берем ложку для мороженого. Ну, или просто ложку. И вот она какая. Ой, цвет ломается. Какой цвет сумасшедший, правда? Ну, хочешь, делай шарик, вот как я. Хочешь, просто присыпь гранита, если у тебя нет ложки для мороженого, да? Мне кажется, что шарик вот так красиво. Ай, красиво выглядит. А теперь можно присыпать это сверху или мятой, или знаешь, что еще хорошо? Немножко миндальных хлопьев. Вишня и миндаль, как ты знаешь, здорово работает. Ну вот, десерт готов. Теперь осталось мне тебе продемонстрировать, как мы подаем гречишные блины. Значит, опля, этот блин. Вот так. И теперь берем блинчик. На него кладем немножко сладкого масла. Дальше блинчик сворачиваем вот таким вот треугольничком. На этот треугольничек выкладываем пару кусочков яблока. Так. И сверху, конечно же, сметана. Ну как блины без сметаны? Никак. Оп. Ну вот, масленица. Два вида блинов на столе.